Максим Фадеев вышел на связь с поклонниками и рассказал всю правду. Продюсер откровенно ответил на вопросы публики и не скупился на резкие слова. Так, один из фанатов поделился мечтой увидеть Фадеева наставником в шоу «Голос дети». Продюсер на вероятность появления в программе отреагировал с плохо скрываемым раздражением. В соцсетях, отвечая на вопросы, он ясно дал понять, как относится к музыкальному продюсеру Первого Юрию Аксюти и главе канала Константину Эрнсту. Фадеев заявил, что проект давно себя дискредитировал, и он ни за что не согласится в нем участвовать. «С такой непрофессиональной и убогой редакцией», — отрезал продюсер. Появиться в шоу он согласен лишь в случае, если Аксюту уволят. Некоторые комментаторы солидарны с мнением Фадеева относительно детского проекта. «Голос дети» — продажное шоу. Кто больше даст, тот и выиграл. Плюс сразу в проигрыше те, кто не берет там платную подготовку к выступлению. Если еще до такого допустят. И это еще с самого начала было. Племяшка мужа хотела пробовать. Поверили, что там все правда. Видимо, только некоторых брали за талант. И то не факт, отметился в комментариях один из подписчиков. Не обошлось и без обсуждения политической повестки и будущего нашей страны на фоне происходящего. Фадеев откровенно высказался об отъезде из России. Он признался, что за все время СВО ни разу не выезжал за границу. «Я чувствую неловкость уехать даже на неделю», — выдал правду продюсер. Ранее Фадеев, который обычно не афиширует подробности своей жизни, разоткровенничался о личном. Он рассказал о важном для него решении —